Здорово всем! Мы сейчас вместе с вами посмотрим новый ролик Мармока, который называется «Игродно». «Игродно», кстати, я сначала прочитала, думаю, что такое «Игродно», а потом до меня дошло, что это «Игродно». Ну да. Я, кстати, не знаю, была у него такая вообще рубрика, либо это новая, я не помню. Помню, что вот у него было самое частое, это баги, приколы, фейлы всякие, а вот про «Игродно» я как-то не слышала. Что-то знакомое, мне кажется, что было. Что-то было, наверное, это такая редкая рубрика. Короче, в этот раз посмотрим, как Мармок был опасным агентом. Погнали. Так, опять Юнити. Чувствую грядущий запах говнеца. Ой! Твою маму! Текстурки! Взяли, кинули в эту игру. А где прелюдия? А где главное меню? Я хочу главное меню посмотреть. Какой функционал? Ай, та-та! Какие детали настройки? Какая текстура травы? Эта игра явно хочет что-то мне сказать. Люблю, когда творчество людей не ограничивается законами физики. Это что происходит Казалось вообще? Казалось бы, что еще можно придумать? Знаешь, со что это? Это радиоактивные вспышки, короче. Точно. Когда камеры, они выбивают пиксели, и вот так происходит. Радиация, значит, там. Все понятно. Нет. Смотришь на эти скалы и понимаешь, произведение искусства. Ух ты! Антилопа! Эй, антилопа, стой! Ёб твою мать, сломалась. Что я сделал? Сломалась. Ты ее сломал. Она золотая, блядь. Понять, что ее убило. Да, слушай. Да я, в принципе, как тоже. Как из бронзы. Смотрите. Слушай, они все сияют. Гиена. Золотой. Гиена. Очень злая. Ау. Укусила, типа. Опа. А вот и Жерар Депардье. Смотрите, о, летающий. Он благородный, высокий. Он летает. Вырасту, это типа ест. Жирафа. Он так типа ест, как типа я работаю. Знаешь, когда тебе начальник приходишь, и ты делаешь вид, что ты типа что-то делаешь, он такой типа ест. Он такой длинный. Это меня наебал, что ли, а? Ух ты, да. Кошка-охотник. По воздуху. Леопард. Ты все по воздуху ходит. Злой кошка. Я тебя выкину из Африки одной вертушкой. За зубами вернешься в понедельник. Ой, жесть, что это за игры вообще? Похоже, как будто, знаешь, когда планеты, на которые плохо действует гравитация, в итоге не все порядки. Еще плохо действуют текстуры и эмоции у животных, да? Кстати, мы смотрели только-только интро... Не интро Мармока. Музыку из ничего. Нет, не музыку из ничего. А что? А «Один день из жизни Мармока», и там, короче, кто сейчас смотрит, есть такая проблема, что звук отсутствует иногда, потому что там куча-куча авторских прав было, и сейчас вырезается все это по ходу дела, поэтому вот такие проблемы. Ядерный бомбило. Блин, ну так неинтересно. Какой скин! Это Пулин! Пулин, да, это Пулин. Понятно, что в этой игре главный герой проигрывать не будет никогда. Что такое, да? Вам... Так ты посмотри сразу. Посмотри, какие лица у остальных. А какая тут детализация? Понятно, кто тут главный на районе? Санкции прописать, что ли? О! Меня рабочий класс, пиздец, за двоечку, что? Двоечку прописали. В смысле, за что конкретно? Ладно, вы думаете, за государство не постою, петушня иностранная. Сейчас мы введем правки в статистику смертности, блядь. Иди работай, мать, отдыхать в могиле будешь. Ой, это что такое? Режим Иисуса. Вот, я взлетаю. Да? А, не, я просто танцую. А, вау. Что, не прикольно танцую? Да, хорош уже, ну! Это флекс. Это грация. Дай дотанцевать, потом разберёмся. Слушай. Ой, блядь, я дотанцую тебе, пиздец. Чё-то я не вижу, что вы работали, алё. Это смешная игра. Новые ёршики сами себя не купят. Женщина, отойдите. Ой-ой-ой. Что за несанкционированные полёты тут? Чем он вызвал? Блядь. Всё. Сломался. В смысле? Напрыгался. Я думал, они... Ножки сломал свои маленькие. Ой, погодите. Не, мы живые. Жив. Я даже прыгать могу. На чем? Не дождетесь, сосунки. Я вечно прыгать на чем? Даже не спрашивайте, зачем. Какая-то ножка есть. Пружина. Какая-то ножка там есть. Все члены. Ножка между ножками? Ну, какая-то ножка между ножками есть, походу, и там он входит. Да он вместе взятый и рядом не лежали с моим. Ты смотри, что происходит. Я могу летать. Суперпулин. Я больше, чем президент России. Я... Хотя супер... куда там больше. Ну да.
И музыка ожидания, да? Что, плавно падает? Да. Чисто на чиле. Подкат перед женщиной. Пойдешь со мной на свиданку, я за тебя налоги заплачу. Я так и потом заплачу подкат. Это что-то загрузилось. Господи, какая головокружительная санса. Здрасте! Я хочу... Это имитация качалки. Это как в Сан-Андресе. Не-не, это как была, помнишь, имитация уборщика, а теперь имитация качалки. Можно прям всю жизнь так, знаешь, говорить, я просыпаюсь утром в 7 утра, иду в качалку, потом убираю дом, знаешь, а все это в играх находится. Будь здоров. Спасибо. Цуху, как у Шварценеггера сейчас. Я бач, что с музыкой? Это спортзал или здесь тройка идет? Здорово, Щегол! Далеко убежал? Я тебя догоню. Слушай, не знаю, нормально ли это? Он даже не двигается, но дорожка. Я вижу свой рот. Может, у меня глаза из орбит выпадают? А, точно, вон рот, реально. Он такой. Кстати, смотри, какая удобная дорожка. У него разные стороны бегать можно. Бля, мне пора. Ладно, я дома закончу это упражнение. До подъезда добегу, как раз нормально будет. А где здесь выход? Что за дерьмо? Боже, какие большие тут дядьки. Где-то раздача больших членов. Вы состоят. Вы состоят. Они готовят, они жертву свою ждут. Это такая интересная игра, что я понимаю, за что я отдал $2.50, ёб твою мать, здесь так тут хотя бы интересного трава. Много всего. Нормальная. Смотри, я могу камень ударить, вау, я могу дать по лицу кустику, видели, ух ты. Нет, показываю еще раз, о, видали как, хотя на что я рассчитываю, когда спускаюсь на дно Стима, что такое, надо завершить туториал, надо открыть инвентарь. Отлично. Ничего с этой нету. Задачей я справился. Благо, у вас есть инвентарь, это неплохо. Хотя мне по-прежнему плохо. Блин, 2 секунды. Ну ладно, что уже? Ну будь что будет, блин. Закидала, началась игра. Я такого еще не видела. Это просто космос. Типа, и такой же ждешь, ну окей. Ну обратно чего, ты как заложенность на интернете. Блять, я не хочу быть должен тебе, время прекрати. Мистер, стой, мистер. Тут даже русификация есть. Ну-ка покажи мне удостоверение, пожалуйста. Ты подозрительный какой-то. Откуда у тебя AirPods? Ты миллиардер, что ли? Так, разрешения на ношение оружия нету. Хорошо. А ну-ка выворачивай карманы, пиздец. Угу. Ну, яйца у тебя большие, посмотрим, что у тебя там еще. Ой, выкидной нож. Сюрикен? Сюрикенцевая косметика. Ну все, парень. Все самое важное с собой. Ты задержан за ношение холодного оружия. Please, don't do that. А, ну ладно. Да, я так и подумала. I'm taking these handcuffs off. Oh, thank you. До свидания. Не просто пошел. Удачный день, чувака. О, мать твою, что я скачал? Здесь ни хера не понятно. Что-то китайское. Единственное, что я понимаю, это слово баг. Знакомое слово. Это музыка, нет, еще смайлики. Это должна меня успокаивать. А что жать надо? Я чувствую какое-то напряжение, нарастающее, блядь. Куда жать? Куда жать? На крестик. Крестик жми, сверху крестик. Ловушка. Возможно, мне не страшно, потому что у меня день. Вот в чем проблема. Это типа фазмофобия, но не совсем. А еще везде можно включать свет. А может, это фазмофобия? Нет. Что это было? А вот и наш хозяин дома. Это какая-то фиговая фазмофобия. Он, походу, с тараканами сдружился по потоку. А что это, может, фазмофобия? Да посмотри, какая она глючная. Фазмофобия не такая глючная. Это типа реплика фазмофобии. Новая карта. У вас здесь очень тяжелая форма антисанитарных условий. Да, видишь, как так же типа начинается все это. О, да, фазмофобия. Она даже не страшная. Она просто что-то... Он просто пришел в дом, он ее даже не звал. Просто что-то полагала, потом пришла, его обнимашки сделала, и все. Что это было? Это был самый быстрый отсос в моей жизни. Итак, игра началась. Мы пингвин! Класс! Проснись, Жора, игра началась, говорю. Вставай! Спать. Алкоголик, ты долбанный. Как мне играть за
эту жирную пельмень. Он как желешка, смотри. Он такой буль-буль-буль-буль-буль. Пельмешку волосатую, господи, она никак не поддается управлению. Это сало северное, блядь. О, получилось. Так. Спасибо, Господь, за ноги. Так, блядь, я понял, как это... Списали... Гангстеры-пингвины. Ты мафия, да. Ты мафия. Я тебе сейчас вырву твою пингушачью голову. Кому пришло в голову делать пингвинов мафиози? На-на-на, нагоняй. По попке. Плохая мафия. Не судите по внешности. Внешность обманчива. Мы серьезные ребята и занимаемся вполне серьезными вещами. Все, снова. Сломался. Пивак северный снега пахнет свежестью. Устал. Так, я или мочой. Хотел сделать. О, о! Да, можно как скользить удобно. На пузике. Пингвины же так делают. Такой вопросик. Что за увидел. Ты тоже мафия, да? Я вас да. тут всех порешаю в одиночку одной деревянной палочкой, понял ты? Я киборг-убийца, смертельная птица. Снова? Застрял. Я жирная птица. Зачем я эту рыбу сожрал с утра? Отлично, я выбрался. На пряне границы вылетел. Правда, с той стороны двери какашка вылетела. Я уберу этого скрытно. Подкрадусь, как смерть, со спины незаметно. Так. Чик-чирик, мазафака! Такие вопросы я решаю молниеносно и хладнокровно. Потому что сегодня ты задание не выполнишь, а завтра что, яйцо отсиживать откажешься? Не по-мужски это как-то для меня. Что-то не получается замок выбить. Тогда может, в бой идет надо тактика, проползти. Ленивый агент. Во! Давай. Давай. Ладно, поехали. Жарим. Миссия невыполнима. Ключ взять. Чё-то, походу, руководство не доглядело, что у меня пингвини лапки. Я не могу его поднять. А куда он его зашвырнул? Да у кого-то биты зашвырнул. Куда ключ делся? Ключ! Через стенку! Всё, затекстурил. Ключ меня! Может, он как-то через стенку вылетел? За текстуры. Засада! Засада со... Не, притворюсь мёртвым. Бей его битой. Я умер. Я труп. Всё, не сработает. Чё, нет, блядь, я мертвый, говорю, блядь. А, да. Теперь мне и притворяться не надо. Да. Привет, друзья! Как бы да, это все. Выйти сухим с одной стимы у меня не получилось. Я чувствую, что у меня интоксикация. О, боже! Говно. Ты видел этого антилопы, лицо этой антилопы? Её как будто переехала трактором. Прямо, мне нужна реабилитация. Я пошел играть во что-нибудь приятное. Я хочу поиграть в качественную игру с качественными багами. Увидимся. Нормальная игра, пингвинчик, чего? Все, я поняла, почему рубрика называется «Игра дно». Да. Теперь до меня дошло. Он находит самый популярный, да. Ну, я понимаю, почему эти игры в днище. Ну, типа, тут как бы очевидно. Но с пингвинчиком прикольно. Если бы есть доработать... Может, они сырые еще. Может, они недоработанные совершенно. А со временем, может, это будет... Конфеточка? Не думаю, что нет. Я не, думаю, может, что даже в этом же что-то есть. Ну, вообще в этом что-то есть. Ну, конечно, с качалкой с мужиками это была очень непонятная игра. С лесом какая-то недоработанная, а вот с пингвином мне прям понравилось. Просто это прям прикольная тема. У тебя есть такой желеобразный пингвинчик, который еще оказывается мафиози, который такое-то там задание выполняешь. Ну, конечно, все выглядит ужасно багованно и уродски. Знаешь, когда Мармок специально в игры играет, чтобы баги там понаходить, тут у тебя просто игра одна, это сплошной баг. И все, даже париться не надо. Короче, спасибо, если смотрел это видео до конца. Можете лайк поставить, а можете посмотреть нашу реакцию на Мармока, потому что нас достаточно много. И пока. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.